Доброго ранку, ми з України. Этот, риторика русских немного сменилась, поржете. В общем, готовят они разгонять тезисы о том, что, оказывается, была эта задумка, что они получают везде люлей. Для чего это? Для того, чтобы когда, то есть, русские будут умирать и отступать, бросать, сгорать, НАТО подумает, что время включиться, помогать России, ой, России, говорю, помогать Украине, включиться в войну. И вот тогда-то со всей силой и огромной мощью российская армия покажет, что это такое. Ну, в общем, короче, разгоняют историю, и по ходу это будет, люди это будут есть, в том, что это был изначально план проигрывать в начале, чтобы втянуть НАТО, и только потом мы покажем, какие мы мощные и классные. Боже, как и кончено.